Сочи парк называют семейным развлекательным комплексом. В парке собраны персонажи русского фольклора. Это богатыри, Змей Горыныч, Баба-Яга, Русалка и многие другие. Безлимитные полеты на аттракционах, прогулка по большой территории, множество развлечений и шоу включены в единый входной билет «Сочи парк». Входной билет стоит около 3000 рублей. Также можно приобрести билеты со скидкой на Авито. Мы посетили парк в выходные дни, и народу было уйма. Просто ужас, как много народу. И чтобы попасть на один аттракцион, нужно было отстоять около часу-двух, чтобы прокатиться за 2 секунды с горки. Если честно, мы не попали ни на один аттракцион. Мы просто ходили, осматривали территорию и смотрели, как другие катаются. Территория парка условно разделена на тематические зоны, каждая из которых оформлена в разной стилистике. Рай богатырей, аллея огней, край науки и фантастики, эко-деревня. Здесь растут экзотические деревья и цветы. На аллеях Сочи парка установлены необычные фонтаны и скульптуры. Их облик соответствует тематике определенной зоны.